Рыба-кит, папа рисует. Добрый день, ребята. С вами Ваня и Вова. Тема Вова монстр. Возвращаемся. Сегодня мы просто рисуем монстров из корпорации монстров. Давай вместе рисовать просто. Вот как бы не сложно, а просто порисуй. Давай. Ну, вот так вот нарисуем. Ну как бы в упрощенном виде рисуй. Мы рисуем круглого и большого. Вместе? Вместе, да. Так вряд ли мне получится. А вот ты рисуй, как я, смотри. Че, кружок не нарисуешь? Ну, как бы по-простому будем рисовать. Не будем задумываться сильно. Мы будем больше болтать. Смотри, вот такую рожицу нарисуем. Раз, такие зубки, да? Смотри, кружок, кружок, кружок. И это, палка, палка. Огуречек. Вот и вешал. Тут такие рожки ему, да, человечки. Ногу так нарисуем. Раз. Вот так вот, раз, одну ногу нарисуем, потом вторую нарисуем, раз, два, три, вот такая нога, одна сюда идет, а вторая здесь стоит, он такой, эй, ребята, как ваши делишки, пацаны, мы, корпорация монстров, хотим поцеловать вас. Что? Ты это вообще придумал Вова рисовать монстров? Тебе нравятся монстры? И в последнее время мы решили с ним брать более веселых монстров, потому что, мне кажется, детям страшно, если они будут смотреть таких страшных монстров, как ты первый брал, когда там коготь смерти, а? Смерть. Страшно, согласись. А теперь вот этого волосатого, его, конечно, труднее рисовать. Но мы будем упрощать и раскрашивать по-простому. Раз. Как ты их зовут, знаешь? Вот это Майки, кажется. А этого как-то по-другому из большого зеленого. Не совсем скопируют, как. Что? Не совсем скопируют. Как надо. А, ну, это не беда. Как вот, как его второго зовут, или Чуи, или как-то еще зовут, я забыл. Но он мне понравился. Конечно, я смотрел первую корпорацию монстров, и вторую я не смотрел еще. Даже. Я не знаю, третья вышла уже или нет. Да, потому что нарисовал я ему 6 пальцев, а не 4. Ничего, это же монстр. А ты смотрел этот мультик? Да, один раз вроде бы. А какую часть? Вроде бы как-то... Ну, все смотрели. А, один раз, но все. Ну, я имею в виду все части по одному разу. Ну, хорошо, хорошо. Ничего, ну ты там вот девочка была, я помню, да? Ага. Там же вот... Причем... Мне, конечно, этот мультик очень понравился. И я почему... Вот сегодня я монстров выбрал, не Вова выбирал монстров. И почему они такие добрые, как вы думаете? Потому что я добрый человек. И, соответственно, делайте выводы. Вова выбирает всяких злых монстров. Что он не добрый человек. Я шучу, он тоже добрый парень. Но он любит злых монстров. А я люблю добрых монстров. Мне, конечно, когда я видел первый раз этих монстров, они, конечно, мне очень понравились. Они такие, ну, и так все там сделано, и красиво все, да? Или тебе не очень, типа, детское кино, да? Да мне понравилось. Ну, так себе, да? Да, понравилось нормально. Нормально, точно? А то мы рисуем, а ты потом скажешь, как рисовал для девочек, ноги. Там, мальчиков каких-то. У меня ноги такие толщие. Ну, ничего, мы не пытаемся прям точно нарисовать. Мы пытаемся получить удовольствие и вспомнить наших любимых героев. Вот мне очень корпорация монстров нравится. Я всегда ее рисую. Даже мне приходил один мальчик, и мы с ним лепили даже всех монстров. Ему в детский сад, нет, или в школу, или куда-то еще. И вот мы лепили всех, и он даже мне помогал, он как бы участвовал в этом. Это было очень интересно. Я прям нашел всех этих монстров. Такой цветной пластилин взял. Только я взял пластилин не такой вот, который, знаешь, лепишь, а потом выкидываешь. Ну, как обычно, да? А я взял такой, который потом можно за это застудить. Нет, зажарить в печке, знаешь? Какую-то пластику. И тогда получился у нас настоящий монстр. Мы их зажарили, они такие, такие классные были. Господи, что? Да у тебя тоже классно. Бог, не переживай. Мы сейчас это... Я, конечно, понимаю, что рисовать-то... Раскрасим не сейчас. Не надо пытаться прям такую магическую... Ну, просто у нас, конечно, варианты, что мы так быстро стараемся рисовать. И если такого навыка рисовать за секунду у тебя нету, конечно, трудно.
Но ты можешь что-нибудь рассказать про корпорацию монстров? Что тебе там больше всего понравилось? История. Сюжет как бы. Сюжет. А мне понравилось, там такие чуваки, которые это всех это лысили, там это, ну, как обеззараживали. Вот эта группа, которая обеззараживающих. Мне она очень понравилась, такая она веселая. Всех обезоружили, все лысые ходили. Раскрашивай уже. Ну, конечно, сюжет мне тоже понравился. Ну и вот все монстры. Вот мне даже злодей, там монстр-злодей есть. Помнишь такой? Какой-то хамелеон, который злодей был. Он тоже мне понравился. Он тоже такой свинья. Веселый. Свинья? Ага. Ты как свинью рисовал. Может, у него имя свинячье. Давай-давай, ищи нужные фломастеры, карандаши. Я не знаю. Что самое такое? Ужасное. Ты прям такой расстроенный, что у тебя не получается. Я прям, хоть это, помогаю тебе, что ли. Но это читерство, я не буду тебе помогать. Я никому не помогаю, я только всем говорю, что они хорошо рисуют, знаешь. Утешительное, знаете, так. Нет, нет, не утешитель. Я по-настоящему так думаю, что я в детстве рисовал, ну вот как ты. Даже мне кажется, ты рисуешь лучше, чем я в детстве. Так что не думай, не что судьба. Я. Что не судьба. Ты же ходишь в художку. Да. И тебе там нравится? Угу. Мне тоже в художке нравилось. Я даже там целыми днями пропадал и все делал. Там мне очень нравилось. Сидел там с утра до вечера буквально. Болтали. Да, болтали. А вы не болтаете? Да нет, редко. Ах ты какая. Я как вспомню художку, прям у меня слюнки текут. Я хочу опять в художку пойти, там болтать, что-то делать. Слюнки болтливости, значит так. Не, ну там мы не только болтали, мы там в туалете воду пили, знаешь. Не из унитаза, конечно. Мы не такие глупенькие, но там играли в игру, там разные там, ну и разные истории друг другу рассказывали. Вообще много было всего интересного и совершенно было очень весело. Мы, короче, все хорошо проводили время, даже те, которые не любили рисовать, но они все равно приходили, потому что это было интересно. Понимаешь? Вот у нас такой Микки получился. Микки Чувилянка. А, конечно, много снимают мультиков сейчас, что даже не успеваешь их смотреть. Вот я тоже посмотрел бы все эти мультики. Ну их так много, что я не успеваю просто все посмотреть. Их прям такое количество. Я много не дорисовал. Дорисовывай. Мини-тонкую сделал. Что такое молчание? Расскажи что-нибудь про монстров. Ну, тут они наоборот спасают, они пугают. Там, нет, что половина монстров пугают, половина спасают. Там же все в перемешку. Там и плохие, и хорошие монстры есть. Кстати, это именно электростанция. И самое интересное, у них там ночь есть. Где? В монстряте? Потому что... Там была ночь. Я помню, они там ночью... гуляли или там что-то за окно, по крайней мере, ночь была. Так что не надо, ночь там есть. Что, какой тебе нужен? Ай, не надо. Что? Не важно. Ну, я тебе хочу помочь, Вова. Короче. Вова рисует монстров и говорит, давай скорей, чтобы быстрее поиграть в компьютерные игры, да? Да. Хочется ему поиграть в колду, порубиться, поубивать людей. Ну правильно же, там это людей. Да. А что не людей убиваешь? А говорить на видео зачем? Ну, это есть, я же не пытаюсь что-нибудь приврать. Это обычное дело, ходишь, там убиваешь зомби, к примеру. Что, зомби-режим? Зомби-режим будем играть сейчас. Убивать зомби. Потом настоящий режим, когда будем убивать противников. Лучше говорить противников. Уже не так страшно, да, бабушка не испугается. И, надеюсь, бабушки не смотрят наш канал и такие, ой, за что мы учим своих детей рисовать? Уже все дети, мне кажется, хорошо умеют убивать, стрелять, выживать после нападения монстров всяких этих, кого еще там, кто нападает обычно у нас? Расскажи. Кто там нападает на нас? Обычно нападают всякие эти зомби,
апокалипсисы, инопланетяне. Я думаю, вообще, сейчас молодой человек, ну, так что-нибудь показать зомби, фига к ему сразу кол. Или там, кто ты там? А, я этот, вампир. Black Flag Dead, вроде бы, да, там, про зомби, там, после прохождения игры просто неинтересно их убивать. Ты их с одного удара, не знаю, там, с какой-то палочки убьешь. Так. Ну хорошо, так это ж ты тренируешься, можно сказать. А в начале игры они бейте меня там просто бич-бич-бич. Они мощные вначале, а потом они слабеют. Или ты сильнейший. Если честно, это как его там, как его зовут? Майки. Майки похож на смешарика. Может, смешарики похож на него, потому что он появился раньше, мне кажется, смешариков гораздо. Ну что, давай оценим наши работы. Мне кажется, у тебя получился классный рисунок. Вот этот у тебя очень хорошо получился. А этот немножко цвет такой синий, знаешь, такой. Ребята, я замерз. Ага. Отогрейте меня, хоть я и в шубе. А у меня, соответственно, такой рисунок. Так себе получился. А мы ждем новых серий «Корпорации монстров». Посмотрим все старые. У меня детки подрастают, тоже будут смотреть. Так что мы за Майка горой. Пока. Пока. Ура! Рыбакит, папа рисует. Подпишись на канал и рисуй вместе со мной.